Городской репортаж. Я хочу вас поздравить с должностью. Я хочу пожелать вам в таком сложном городе, в таком сложном, с такими проблемами, решить их, помочь нам, услышать нас. Наш подарок. Маленький такой подарок. Вот так встретили главу Балашихи в микрорайоне Лукино. После поздравлений жителям не терпелось рассказать о волнующих проблемах. Организация дорожного движения остается одним из самых острых вопросов. Разработана дорожная карта, разработан проект организации дорожного движения с учетом перспективного строительства компании «Гранель». Данный проект предусматривает в конце этого, начале следующего года смещение как раз то, о чем мы говорим, светофора, расширение Щелковского шоссе на разворотный карман и организация поворота под стрелку непосредственно уже сюда, в микрорайон Алексеевская роща. Попал в микрорайон, попробуй припарковаться. Машиномест здесь на всех не хватает. Сегодня разработана схема дорожного движения, которая предполагает организация одностороннего движения кольцевого вокруг микрорайона и организация парковочных карманов вдоль всей проезжей части. Жилому кварталу необходим и муниципальный детский сад. На сегодняшний день открыт только частный. Решить вопрос по открытию на территории жилищного комплекса муниципальных детских садов. Сегодня мы рассматриваем вопрос реконструкции 20-й школы для открытия на ее базе муниципального детского сада. Не устраивает жителей работа управляющей компании. Обращения и жалобы поступают регулярно, но ответа собственники не получают. Исходя из моей информации, муниципального жилья в домах нет. Вот в этих. Соответственно, вот вы, собственно говоря, собственники этих домов, ваша прямая обязанность по жилищному кодексу выбирать управляющую компанию. Если нужна какая-то помощь со стороны администрации, ну давайте мы эту помощь окажем. Первая встреча в новой должности. Глава Балашихи отвечает на вопросы жителей квартала Алексеевская роща. Новые детские сады, парковки, работа управляющих компаний. Ни один вопрос не остался без ответа. Каролина Гречишникова, Валерий Сахнов. Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.